Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Мы продолжаем законы Холамоэд. Холамоэд — это дни между Песахом, то есть между двумя праздниками Песаха, между двумя праздниками Суккот. Асур лехабец бегадим бехоламоэд, не разрешается стирать на Холамоэд. Афилу лецорех амоэд. Даже если это ему нужно для праздника, то есть он хочет постирать для того, чтобы одеть на праздник. Ватам мишум газру хазал. Пен ло ихабез вгадав лифней хаг вихабез лерегел, шоу мновал вгадав. Написано, почему запретили? Потому что люди скажут, люди перестанут мыть перед праздником, для того, чтобы помыть на праздник, потому что на праздник больше времени. И поэтому перестанут мыть до праздника. Но разрешается мыть полотенце, которым человек в руки вытирает, каждый день это делать нетлять адаями, это становится грязное, разрешается это стирать. Также разрешается, если у тебя есть одна только, написано халук эха, только одна рубашка. Если у человека только одна рубашка, он ее стирает, одевает, такую рубашку разрешается стирать. Тоже написано, разрешается стирать вещи для детей маленьких. Маленькие дети, они очень быстро пачкают, и тоже разрешается для них стирать. И тем более, если, тут сегодня этого уже почти нету, что если человек, у нас сегодня дайперс есть, если написано, грязный стал его одежда, он не дошел, скажем, до туалета, да, но сегодня у нас есть дайперс, то есть раньше маленьких детей, они были в пеленках, сегодня нету пеленок, и поэтому разрешают, если есть такой грязный, написано, много даже можно стирать, то есть нет проблем, мне нужно только один стирать. И поэтому, дорогие друзья, мы должны знать, что время праздника для того, чтобы радоваться, не для того, чтобы делать что-то другое. Баруха Дунайла, улам, амин, амин.